Отлично. Проверим, или работает запись. Запись работает. Все отлично. Поехали. Фейсы начинают ЗТ. National Player ЗКТ. Какой буст они будут делать? На текстуру или нет? Мне кажется, на текстурку будут все-таки делать. Да. Была вероятность, что Фейсы не знают. Но очень медленно, кстати, Immortal бежит. Нужно будет проверить, или работает в хауме. Да, на текстуру они... Ну посмотрим, какое... Снова фейлят ему. Так, сделал. По итогу. Сразу или не сразу буду делать в этом вопрос? Нет, и только-только КТ подошли, очень долго КТ шли. О, Immortal сразу сделал 3x. А человек его там снизу видел, ловил? Какой-то чип, да. Просто его ловил. Это был траггер. Это был траггер. Еще и флешку поймал КТшник. Траггер у нас в итоге стоит, сидит на ящике. Да, полили его. ASS могут выиграть. Они готовы к этой карте, как я понимаю. Мне кажется, там Комер с ними сидит в Дискорде, чисто рассказывает, что делать. Да, вряд ли. Видно, что они сами готовили. Так, и тут Ата попадает. Уф, Ата хорошо пропрыгнул между двух. Но... Да ладно, он еще живет. Найстрей, хорошая попытка. Да, попытка реально была хорошая, он там пропрыгнул между двух. И 3 минуты у команды National Coil, чтобы снять 3x. Можно включить войс, кстати, они разговаривают там. Команда контртеррористов. Immortal у нас сразу грамотно садится под ладер, чтобы если что убежать. Врубаем войс, да? Окей, войс врубаем, базару ну, ребят. Бля, смог мешает. Давай, смог давай. Мешает. Подожди, я в стенке застрял. Я вообще застрял, алло. Я двигаться не могу. Отойди с места. Он реально застрял. Отойди. А че ты видишь, блядь? He's stuck! Окей, Фантом, что мы в такой ситуации да делаем? Да ты чё, бля? Ты реально не знаешь, что можно высадить снизу, но ты чё, не гони? Ты чё, сука, ебаный? Мало ли, можно застрять так, что ты не видишь, а, всегда можно. Он, видимо, в лоу-баге застрял. Я могу только это себе представить. Но с лоу-бага как бы слезть легко, я давай, не знаю. Давай, всё, собери слинги. Я думал, он реально там застрял в текстуре. Так, ну пока вообще не уверенно смотрятся ребята из нашего плея. Да, то есть ребята еще не кэбл, и они очень фейлят буст. Ты че, ебать, не тренился ли? Не тренил, что ли? У меня руки холодные. Холодные руки трясутся. Ща возьмет. О, ну... Все, текайте, ладно. Immortal может выиграть здесь. Ой, очень плохо. Решил? Плохо. Очень плохо вылетел, да. Мне кажется, он мог на мидл вылететь, знаешь, на спиной, типа на S плюс D, легко убежать на перерез. И шансы были бы, ну, неплохие выиграть. Минуту побегать можно. Давай, иди, я через Б выйду. Бля, я еще мне курицу приготовилась. Можно, в принципе, давать гак. Давай, ты теперь на Б идешь и стоишь, а я инфу собираю. Давай. Ты на там. Да, не, можно не гагать было. Ну, уже загагали, ладно. Бля, не... Ну, на войс тоже гагал гак? Слышь, а войс что-нибудь скажи? Они опять делают это. Да, хотя, да. Нет, пока не прыгает. Пока не прыгает. Спаун, скорее всего, ушли. У меня один бегает. Это нет, спалил его. Давай, на тиспаун бежит. Тиспаун, тип. Пытается выйти обратно в мину. Меня... Бля, я не вижу. Флешка какая зашла хорошая, может... У меня на тиспауне. Убегает в карман. Спаун надо убивать, типа. От Immortal'а, хорошо флешку закинул. На тиспаун идет на Б. Так, траггера мы отправляем тоже сразу. Дед. Ата, что он делает? У меня один. Ата у нас разносовался. На Б, слышите? На Б. Спаун, тип. На Б, чувак. Да, вероятно, всего его убьют здесь. Ата до сих пор живет. Ебать, он меня намотал конкретно. Я на Ату смотрел. На челика порезал. Пацаны, блядь, вот он. Давай, лови его, он сейчас прыгает. Нет, иди, зарайся, блядь, чё ты лови. На Б, иди, кто-нибудь один. Не знаешь, это полный трэш свой с Enable. Я ни тебя не слышу, ни пацанов, вообще ничего не понимаю, что происходит. Я просто вырубил его. Траггер очень хорошо играет, очень много времени. Ну там Миата на самом деле на бета выжил, очень долго прожил. Он прям впритык мотал типов. Да, но траггер, мне кажется, посильнее, потому что двоих развел прям очень сильно. Ну, красава. Ата на Б уводит. Хороший, вот грамотный мув. А вот это было не очень. Нет, хорошо, почему он жив еще? Да, и остается минута. Immortal залез. Да, то есть пару фейлов, и здесь очень вероятно, что раунд отдадут из нашего боя. Да.
Но пока все смотрится идеально, да, для Faces. Faces хорошо играют, мне кажется. Показывают, как играть. You know, guys, I just have one thing to say. Homer is a fucking pedal. С первого раза залетел. С первого раза залетел, прикинь. Вот это просто unlock. Ну там full flash был КТ, да. Там КТ был full flash. Ну, просто минуту на кэбле выиграть свой. Вот именно вот с такой позиции минуту выиграть. На кэбле, да. Ой, ну это смерть. Сам себя загнал. Вот он спамит в чат, что Faces winner, но 2-0 в пользу КТ. Да, ну пока что Faces падает на команду. Да, то есть мне интересно будет посмотреть, вот Faces как будет играть против команды SGS, как там будет понятно. Это да. Команда. То есть вчера Faces основным составом чуть не проиграли команде Инка. Да, причем такой странный матч, да, был. Да, потому что реально не отдали чуть ли выигрыш. Так, а ты здесь на миду? Плохая флешка залетела. Но все равно хватило этого. Он до сих пор живет. Он до сих пор живет, я не понимаю. Да, да. Так, на звук пока бегает. Ну, здесь его отсекут, мне кажется, уже, да. Уже все, приплыл. Там еще шифтом. Он плохую позицию занял, просто нереально плохо. Мне кажется, здесь все чекнут. Сейчас вот я смотрю, Линки побежал. О, Линки спалил его. Убил его, Линки. Похоже на 3-0, на самом деле, здесь. Пока да. Перспектив мало. Ага, он пытался на другую сторону запрыгнуть? Ужасные флешки, в принципе. От них. Нет, почему не дал. Ну первая нормальная, не дает бы хобить, а сейчас бы флешку лучше. Не попал ножом по ним. Да, не попадают, ребята. Ну пинг немножко решает, на самом деле. 50, 60, 70. Хотя у Мани 80 пинг тоже как бы. Пойдет, я не знаю, в карман, возможно. Ты свой снэйбл играешь или ты выключил? Я выключу, потому что я ничего не слышу. Мне кажется, вообще, что вот сейчас это 6-6 будет. Потому что обе команды умеют это будет снимать, а альтернатив они не делают. И главное, они не придумали никаких путей. Вот, Морта. Упал еще, да, Морта. Они все вдвоем, вот они вдвоем стоят за ящиком, пытаются убежать чек мидл. Все мидл, все три мидл. Да, как сейчас бы сейчас DR, просто... Мне кажется, двоих собов. Эй, Мортал живет пока немного. До они сих пор живет. Правильное решение от Faces, не идти в дом. Так, ну там на Immortal будет охота, в принципе. Вот тут на ТРСП один. Ата сделал 2х на КТРСП, но нижний не сделали. Боже, тут Иммортала просто не режут, впритык. А Иммортал хорошо ремонтирует. Ну тут, тут все. Ну тут да, его тут подсадят, убьют все равно, но... живет, живет. Времени выиграл, на самом деле. Ему просто никто не лезет, я не понимаю. Один снизу чел. Да. Просто возьми и залезь. Да. Ага, Ату спалили, как я понял. Да, Мадьяр дает неправильную инфу, говорю, что сейчас Бенас. Трагер у нас сидит за ящиком, да? Рядом с Трейс. Мне кажется, лучше было бы команде снять буст сейчас, хотя, но, видимо, они решили по-своему. Этого не делать, да, они решили... Плохое решение. Они могут из-за этого проиграть раунд, потому что потерять, допустим, минуту. Ну тут очевидно, что нужно просто... Увидел чела, вот они остались вдвоем. Тайминг есть. Подойдите вы втроем, сделайте буст. На миду. Смотрим за трагером. Угу. Вот такая вот позишн. Интересная позишн. Там у нас один. На шифте ходят вдвоем просто. Рядом, да, но. Но чуть-чуть не там. Сейчас делают. Они. Ага, и тут просто чел сверхнулся. А, спалил, да, с другой стороны. Так. Вот это ошибка, что он фейканул его, его не смогут. Они смогут отсечь его, да, вон уже с ТРСП приходит чел. На ладдер точно не пустят, флешки нету. Да, Мадьяр зачем-то ведется на стриджам.
Так, ну тут как бы все, приплыл походу. Ага, его еще не режут, битык. Я бы ну, на месте ата уходил прямо сейчас. Я бы уже давно ушел, в принципе. Когда бы инфа была, что типа меня нашли, типа я бы просто ушел куда-то, прям сзади них стоял. Но он уже умер, вот он то, что не все. Зря сидел, зря сидел. Он мог пойти за челом, который был на Б. И сейчас бы он оказался на Т-спауне, например. Я вообще не понимаю. Почему они втроем просто не забустятся? Почему они двоих не хотят 180 поймать? Это же легко. Опа! Вот так вот. Вот так вот. Ты говорил 180 не хотят поймать? Да, они сейчас проиграют. Это фейл. Это реально фейл. Они сейчас сделают двоих, и Ата просто уйдет на Т-респаун. Да. Он просто побежит вперед и до свидания. У него еще два смока, они еще и фейлят. Ну все. Очень похоже на 3-1. Очень похоже на 3-1. Такой тупой раунд. А он там еще КТ заблочил. Его просто КТ заблочил свой же, ё-моё. Ну все, а ты, я бы на месте, а ты просто сейчас бы ушел. Да, все. А смотри, КТ! Боже мой, та, такая писечка просто. Ну тут да, тут уже никак. Но очень был близок КТ какой-то, я не понимаю. Вот Линки, Линки, почему он не бэкхопил? Вот последние секунды, чел падает, он прямо за ним, и он типа начал наперед идти, понимаешь? Не, он предикшн сделал, но... Понятно, что... Опять ты пропадаешь немножко. Да я говорю, у него вариантов нет, если он остался, то он будет это делать, залезать от тебя. Не понимать это, но я не знаю. Но... Ну это первый момент, а второй, вот когда Ата уже уходит на Б, и Линки прямо сзади него, и последние секунды, ну сделай ты бэкхоп за ним, да и все. 3x опять фейлит. О, наконец-то сделали. Флешки полетели. На собачьего не порезал. Так, там никого не попало. Проблема в том, что они все флешки потеряли сейчас. Да все флешек абсолютно. 6, и тут еще на миду типа ас поймали. Ну еще нет, еще живет. Еще живет, но уже нет. Брайт, так, тут на Б Маля ходит. А у нас Трагер тем временем на ТРСП прячется. Да, очень странный раунд на самом деле подъехал от National... Боже мой, извиняюсь, Players. Трагер у нас вообще занял спот на ТРСП. Я не знаю, почему ребята вот не хотят буст снять. Вот один человек, он ничего не сделает. Вы бегаете без дела сейчас. Так, вы только спалили его. Много ошибок от всех, в принципе. Да. Трагер без почек у нас остался. А что, таксанул чела? Последнюю флешку, видимо, отдал ему. Да-да-да, тут уже все. Да, остался без гранат совсем. Мортал опять фейлит. Хорошо, как это остается. Там на ютубе в чате кто-то написал, что HKNZ коронавирусом заболел. Давайте поддержим лайком в чате. Поддержим, надеюсь, он голбухоп заберет. Да, надеюсь, голбухоп заберет у Фанзенга. Да. А то как-то Китай нормально его разводил. Ну, там такой тайминг у типа, конечно, вообще лютый. Я не знаю, кто заберет теперь эту мапу. 26 секунд сделать. Очень сложно. Ну да ладно, у нас капчик, в принципе, все неплохо смотрится для Faces пока. Они взяли вот тот один раунд, это очень, очень много, многого стоит. Так, тут прячется. Да, да. Вот, то, что они умеют играть за КТА, я думаю... Хороший флеш, хороший. Я мне фаворит теперь. Так, а на Б всегда у нас стоит один КТ. Но он не туда пошел. Мадия пошел не туда. Как же инфа не сработала? Нету инфы. Ата тут двоих на миду мотает. Да, хорошо сыграл Ата, выходит. Вот они не дают себя за бокс, то есть они уходят. Они пытаются, да, вот делать что-то, знаешь, но вот... Один на один, получается, убил человека. Очень да? Плохо сыграл, видимо. Мадия просто развалил. Ну, мне кажется, наверное, на шифте вышел. Мадия на шифте Б всегда играет. Кстати, Мортал Солик нас умирает. И свап, при счете 5-1. Да. 5-1. Увы. И ах. Да нет, почему? Хороший счет, стандартный счет. Ну, на кабле, в принципе, ни одного раунда нельзя отдавать за КТ. Потому что это такая себе идея. Тут очень сложно зависит взять. Зависит от того, как National Player будут бегать. То есть... Как они буст еще будут делать, вот это посмотрим. Нет, то есть буст сделать это одно, но именно, важно именно бегать. Сейчас они уже выкинули флешку просто так. Вообще просто так, да. Никого не было рядом. Один, двое вот, на миду. И Инки просто выкинул две.
Очень странно. Да, на Б ждут, на Б ждут. Ата тут стоит у нас. Нет, они нормально боксят, вот Aces. Ата просто встал на Б. Он вообще не двигается. У нас такая ситуация, тут тело. О-о-о! Сейчас будет экшен. Сейчас будет экшен. Привет. Легко для Аты, в принципе. Да, очень быстро. И Линки зафейлил еще очень люто. Ууу. Трагер просто в лицо вылетел. Мне кажется, они выбрали карту на заметно хуже, как команда. Ну да. Попробуй переподключиться к звонку, а то ты реально пропадаешь часто. Давай, давай, сейчас. Давай. Тем временем опять дефолтный трикс, ну ничего больше не показывает. Нормально стало? Сейчас да, вроде более-менее. Ну, пойму со временем. Так, ну должна быть инфа, что Ата на Б. Какие же флешки плохие, боже мой. Какие же они ужасные. Из мидл. Да, карман один прошел. Так, нет, не прошел, там заныкался за ящиком. А, все, спалили его. Смотри, сразу на опережение пошел парень. Хороший, да, надо было ему назад вернуться, он очень зря это делает. Да. Плохая игра. Так. Но убегает. Убегает, пока и живет. Ата на Б, кстати, стоит шифтом, напоминаю. Это вот это провал. Не долетел, да, 5x, ну, вернее, 3x. Хорошо, что нас насовали на самом деле National Player. Ну вот тут 1-2-1 мотает просто одного на миду, как я посмотрю на это все. И хелпы у КТ игрока нет вообще. Он говорит, давай 2x, у них есть коммуникация, парень просто падает. Так, ну, поймали все-таки 1-2. Мадия что-то непонятное сделал на миду. Да, странная игра от команды National Player. Пауза next round. Да-да-да, и фейлят буст каждый раз. Просят паузу, ребята, на next. Да. Вау, вот это чеки, конечно, от игрока за КТ. Нет, хороший спот, на самом деле, просто линки выбрал, очень грамотно. Ну да, грамотный. Ой-ой-ой, а он к нему спускается на шифте. И сейчас не увидит. Увидел. Я думал, не чекнет его. Ох, линк уходит. Ну, мне кажется, сейчас с КТ респы должен. Да, ну, да, он уже просто стоит. Пауза просто у нас команды. Да, можешь дать паузу. Ну, что сказать. Пока что фейсис увереннее идут к победе. Пока что намного, да, увереннее фейсис выглядят. Но с другой стороны, возьми линки буст, неизвестно, как пошло. Надо маус пофиксить. Ну, у него отключается маус, он... Меня там спрашивают по 50 раз уже, устроишь или ты разбан буллета. Бро... Да это буллет спрашивает, сам про себя. Мы баним вместе и разбаниваем тоже вместе. Тут никто сам ничего не решает. Там все написано, что все коллективно. Ты в наглую в открытую играл с читом и попросил разбан на следующий день. Надо было головой думать, ты же знал, что турнир идет. А ты с читом зашел поиграть. Прикольно придумал. Anyway. С первого раза сделали буст National Players. Неплохо. Так, выходят опять два игрока. Ну вот, два игрока ходят. Один рукав, один мидл. Так, не видит на миду никого. Ата опять шифтит на БМ. Мне кажется, он на ящик будет делать. Я не понимаю, он спалил. Странное решение. С Б выходит. Мидл есть. Да, они спалили свой спот сейчас и их будут просто... Спалили делать. Максимально, да. Ну, надо ждать просто, надо ждать двоих. Не-не-не, ты все равно лагаешь, Транс. Тебе нужно вообще прям перезайти в звонок. Ну, они помогают флешками, да, что? Давай попробуй. Приплыл парень. Ну тут они текают очень уверенно. Линк я еще не пробовал, 3x сделать вернее. Так, сейчас как лучше стал? Получше вроде. Давай я поставлю микрофон на кнопку просто. Так лучше будет. Давай, пробуй. Anyway, 2.15, National Player стоит. Так, он пытается уйти. А мне кажется, уже не успеет. Нет? Нет, не пропадаешь. Это так и буду. Трагер забирает у нас 1-2-1. Тем временем у нас 3x взял. То есть, я пропускаю все 3x, просто все. Я еще ни один не увидел. От лица игрока я просто еще ни один не увидел. Если фейсис будут очень сильно фейлить, тогда да.
Что он делает, я не понимаю. Он пытается засмочить. Угу. Такие себе смоки, я тебе скажу. Ну вот я prediction делаю. Сейчас просто с первого раза запрыгнет. С первого раза, парень. А, нет. Зафейдил. Зря команда Faces разбегается, это лишнее время, лишние секунды. То есть всегда есть вероятность, что ты зафейлишь несколько раз. Главное Faces не волноваться сейчас. Так. Нет, еще один фейл. Ну да, есть вероятность, что ты будешь это фейлить, но... Я даже не знаю. Это максимально простой прыжок. Ну, ты не можешь его делать 100% всегда. То есть ты даже если, ну, натренишься... О, есть! Надо уходить уже. Линки сразу не выдвинулся, это ошибка небольшая. Ему стоит это доли секунды. Эти доли секунды могут зарешать. Ооо, Immortal умирает. Куда он идет? Что он делает? Что? Он еще и живет! Что за бред? Что он сделал? По сути, отдал, он мог пойти на Б. Это вообще легко. Map awareness просто 100%. Линки прыгает в угол. Да. Так, 3x faded. Ну что же, счет 5-4, кстати. Тяжело будет убежать. Там просто в угол встал КТ, забился. Уходят они на мидл, попытаются. Они все флешки. Трагер, они просто реально спать. Все выходят. Там еще с Б кто-то подошел, вон они стоит ата. Они отдали все флешки и при этом убежали. Так, пошел на Б, пошел на Б. Кто-то тут на миду мотает, но не вышло у Мади. Тем временем ата уже боксит Б у нас. И вот, вот этот спот. Вот этот спот на Тариспе. Очень хороший. Да, он не спалил его. Не спалил, вообще не увидел. Ему надо уходить на Б сейчас, почему он боится, я не понимаю. Я тоже не понимаю, по-любому сейчас чел подойдет к нему. Даже два. Его спалили, наверное. Линки сделал буст, если что, только что. Опять я это профейлил, ну нормально. Вот если он сейчас круг сделает, и на Терес вернется. Это было бы идеально. Ааа, его сейчас спалят. Нет, не спалили. Он сам себя палит, он просто сам себя палит. Фу, сколько же ошибок, сколько же ошибок. Ему надо на Б увести, на Б увести. А он не пойдет туда. Ох, какой... Это провал, это провал. Ну, успеет или нет, вот в этом вопрос. Вроде успевает, кстати. А он его не отсекает, он стоит. Он, да, он стоит. Вот это непонятный ему был. Ну смотри, живет пока, живет парень. Флешек нет, к сожалению. К сожалению, все выкинули на 5-й секунде. Смотри, просто что происходит. Никого нет, что он делал. Они не боксят его даже. И он пошел не в ту сторону. Да. Вот понимаешь, понимаешь, насколько они паникуют? Он мог подняться на лестницу, выйти да через Тариспу. Вот сюда пойти, типа. На Тариспе просто помотать, потянуть время хоть как-то еще. Да, провальная игра. Провальная игра, реально. Вот если он смог кинуть по одному нормальный смог, вот это. Да. Увы. Больше лишнее. Рано. Так, пока фейлит Immortal. Поспекаем мы за ним. Что он будет делать в этом раунде? Фейлит пока не трикс. Так, ему надо еще пару раз профейлить, тогда шансы появятся, мне кажется. Не, он прям вообще уверенно так выдвигается, да, и запрыгивает тоже. Что ж, Линки последний у нас остается. Надеюсь, сейчас он не пойдет налево. Блин, реально сейчас налево пойдет. Ему уже инфу говорят, иди направо. Не иди налево, брат, иди направо. Он себя загоняет сам в тупик, на самом деле, мог... Ооо, хорош! Ох, как же это хорошо было бы, если бы его не спалил, чел. Ну, практически получилось, практически получилось. Большая напряженка сейчас вот идет, 5-5. Последние раунды шансы были. Есть еще два шанса у типов. Два шанса еще есть. Хотя бы или перевести матч на ничью, или выиграть. Выиграть вряд ли. Очень сложно два раунда на кэбле взять, это будет фантастика. Тем более, что Faces хорошо подготовились. Да, в этом матче это реально будет вот фантастика. Вот они ужасные флешки. Вот я просто смотрю на эти флешки, меня... Они просто их выкидывают никуда. Вот серьезно. Никого нет, никого не видно. Они бросают куда-то наперед. Так, там первый... Они вот, ну... Так, ну один ушел, и второй тоже ушел. Ушли оба, в принципе.
Вот чё на Б вернулся, ТРС вернулся, это хорошо. Если он сядет, вот. Ууу, хорошо сел, кстати. Да-да-да, вот так ему и надо сидеть, мне кажется. Не все чекают этот спот. Я вообще не видел, чтобы его в принципе чекали. Ууу, хорошо, хорошо отошел, да. Так, бегают, смотрят. Тут еще на КТ респект, кстати, сидит челик. Рагер чекнет его или нет? Да, он реально чекнул, ну да. Будешь ждать тиммейтов, скорее всего. Ой-ой-ой, там... Ой, зря через... А я вижу, смотри, на Б, да? Куда же он пошел? Он, походу, спалился. Он спалился или нет? Или он спалился, о боже мой. И Линки не долетел, ну... Ужасная игра. Был очень хороший раунд от них изначально, но... Зачем он пошел там разводить? Я вообще не понимаю. Зачем он пошел там прятаться? Он мог уйти на Б. Он мог уйти на Тереспу, да куда угодно. Он еще к своему пришел. А, попытается развестись или как? Ну, хоть так. Yeah. Хоть так, хоть как-то, я не знаю. Вот на Б можно пойти, мне кажется. Там чел на Б стоит. Как же он сильно задамажил. На Б они стоит. Все на мидл, ему надо уходить, типа, ныкаться где-то, я не знаю. Ну, Ата шифтит в рукав. Парень пошел шифтить. И Трагер. Так, ну Ата ближе всего к этому парню пока что находится. Вот шифтом просто все втроем нажали shift. Смотри, все втроем просто. Ну, Трагер тут еще бегает. Ата не пошел на Тереспу. Он не пошел туда. Да, Трагер может по кругу побегать. Ой, точнее, Трагер, а Линки может по кругу побегать. Если он слышит сейчас Трагера, он его не может не слышать. Он не может его не слышать. Он должен сейчас просто решать этот раунд. По-любому. Я бы вообще просто на Тереспу вниз пошел. Он даже не посмотрел этот спот. Он даже не посмотрел этот спот. 50 секунд. Информация должна быть, что на Тереспе никого нет. Он не чекал. Уф, ну это заявочка на 6-6 или на 7-5. С Б идет опять. Напряженочка. Он вообще... Так. Нет, он не чекнул. Хорошо, да. Просто все сделал. Хорошая игра от Линки. Линки тащит пока что. Обратно вернулся, смотри. О! Я видел! Ты видел, он просто прилетел вниз. О мой гэ. Он пытается по Тереспу бегать. Ну. Он его увидел. Он его увидел. 10 секунд. Ну, просто, ну, флешки кинуть, если удачно, и он выиграет тогда. Да, тут Ата уже мчится на Б, и Мортал на Б. Он должен выиграть. Просто задамажиться по прямой и побежать. Куда? Куда? Куда ты прыгаешь? Что ты делаешь? Фу, на последних просто соплях. 6-5. Равная игра. Вот это да, это было очень хорошо со стороны Линки. Выиграл, ребятам, раунд, там но... Там парня очень радуется, микрофон, я зря выключил. Ну, ничего, ничего. Я думаю, я ничего такого сильного не пропустил. Сделали три, первого раза, да. Уверенно, видимо, вот смотри, сейчас будут флешки опять полетят, бесполезные. Рано, куда рано, эти рано. Флеш вообще летят? Просто никого не слепит, мне кажется. Нет, все-таки одна есть флешка. Один прошел в дом, ну его убьют там в доме. Один на Б идет. Зачем он на Б идет? Там каждый раунд... Каждый раунд стоит Ата, просто на Б. Он вообще там не двигается, и они все равно туда идут. Ну, похоже на Next Map. Похоже на Next Map, реально. Ну, такая вот неожиданная игра, в принципе. Линки стоит, вообще не двигается. Мадди. Правильно делает, ему и не надо пока двигаться. Так, там Shift нажал кто-то, нет? Вот это зря было. А, нет, там спрыгнул. Спрыгнул чел, да, большая ошибка, реально. Видимо, ну, он будет стоять внизу просто. Он будет стоять внизу, не двигаться. Один чел на Б. Чел в мне кажется, подойдет. Хотя нет, не подходит. Ну, время тянет, кстати, Мадия. Осталось-то 20. Ну, понемножку, помаленьку. Вот сейчас можно прыгать, в принципе, на дэмэдж. Попробовать задамажить. На Б надо задамажить. Не понимаю вот этого решения, конечно. Он пошел просто на мидл. Если бы он на Б ушел, он бы... И вот поздняя флешка прилетела. Кстати, Линки-то залез. Опять я пропустил. Я залетел, давно уже достаточно. Ну, скорее всего, увидим Next Map, я думаю. Мне тоже так кажется, 2 минуты.
Он просто запрыгнул с первого раза. Походу next map. Ну, в разе времени не будем говорить. Ну давай, да, не будем. Линки выиграл предыдущий, может и этот потащит. Ну, с таким бихопом, я думаю. Шансов мало, да. Хотя тут даже не в бихопе дело, на самом деле, вот тут уже отсекают. Да, слышу. Тут уже все. А с другой стороны пошел, ну куда? Куда, зачем? Ну, если бы он прямо выбежал, он, кстати, бы прошел. Ну, неважно. Ну, вот такая вот неожиданная.